Shall we begin? Сейчас я иду непосредственно по реке. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степ-Волф. Это был один из самых трешовых залазов. Во-первых, пришлось идти пешком по руслу Москвы-реки до портала под взглядами прохожих. Во-вторых, неясно была, какая глубина под ногами из-за мутной воды в реке. Абсолютно не было видно дна, не было видно, куда наступаешь. Вдоль бетона набережной есть небольшой бортик, по которому я шел, но с каждым шагом был риск провалиться на непонятную глубину. Сейчас я отправляюсь к залазу в одну из малых московских рек. Точнее, это даже не речка, это историческая дренажная система. Залаз туда представляет собой очень экзотическое зрелище, поскольку сейчас я иду непосредственно по реке, то есть я сейчас передвигаюсь по краю реки, непосредственно рядом с берегом. Глубина здесь переменная, местами по колено, местами по пояс. Я приближаюсь к выходу из-под моста. Сейчас тут глубина начала увеличиваться. И вот я уже нахожусь внутри. Это вид на портал. This is not a drill. А так выглядит сама эта ливневая канализация. Почему я уверен, что это речка? Дело в том, что прежде чем сюда отправиться, я изучил некоторые старые карты. Исходя из этого, стало ясно, что естественного водотока здесь никогда не было. То есть то, что сейчас здесь, где я нахожусь, это именно историческая дренажная система. Здесь вот перед порталом речка, водовыпуск разветвляется, уходит еще часть водовыпуска по течению правее. Вот там вот сам портал. Такая вот рыбешка водится в этой дренаге. Я ее спугнул. Ну вот и добрался я практически до истоков этой дренажной системы. Точнее, это, конечно, не исток, она еще может идти далеко вперед. Вот в такой вот 50-сантиметровой трубе, наполовину заполненной водой, которую рачить, конечно, очень неудобно. Здесь выходит еще несколько подключек в эту дренагу. Даже вот такая вот полузасыпанная. А пришел я вот оттуда, прошел под этим прямоугольным участком. Там еще будет несколько камер. Высота здесь тоже порядка 50-60 сантиметров, поэтому сейчас этот участок мне придется преодолевать очень и очень рачно. А вот так выглядят камеры в этой дренаге. Интересной особенностью этой дренаги еще является то, что здесь практически все лестницы сгнившие или полусгнившие. Такая камера и вот это вот прямоугольник туда к истокам. А это путь обратно в сторону портала, куда я сейчас и отправляюсь.
И вот, собственно, сам коллектор этой дренажной системы. В проходимой части представляет из себя трубу диаметром 1.5 метра с камерами, в которых повсеместно сгнили лестницы. Там впереди уже скоро портал, а я здесь занимаюсь фотоизвращением. Вот очередная сгнившая лестница. Полностью сгнившая. Коллектор этой дренажной системы неоднократно реконструировался. Историческая его часть сохранилась только возле устья. А мне, закончив съемку, предстоял еще путь обратно пешком по открытому руслу реки на диво прохожих. На этом я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До новых встреч! Oh, for sure.